Продолжаем выпуск. Рост заболеваемости аллергией наблюдается в Казахстане. Об этом говорят профильные специалисты. В среднем республиканский аллергологический центр при НИИ кардиологии внутренних болезней ежесуточно обращается около 200 пациентов. По словам врачей, увеличение людей, страдающих аллергией, связано с ухудшением качества воздуха. В чем причины, разбирался Ануар Амангельдинов. Проблема качества воздуха в стране вызвана рядом факторов. К примеру, в Центральном и Восточном Казахстане львиная доля вредных выбросов связана с предприятиями. А вот в Алматы весомый вклад в загрязнение окружающей среды вносит большое количество транспорта. Транспорта в Алматы действительно много. Ранее сообщалось, что количество авто, въезжающих в мегаполис, в будни сопоставимо с автопарком Латвии. Еще одной причиной ухудшения качества воздуха является хаотичная застройка, говорят экологи. У нас, вот, например, есть утренний и ночной бриз. Это когда с гор спускается холодный воздух ночью, утром поднимается наверх. А по сути, горно-долинную циркуляцию мы нарушили. Роза ветров у нас, например, это идет с Копчегая через в Каскелен. Условно, северо-восток, юго-запад, вот так дует у нас ветер. Он, получается, Алмату практически не захватывает. И плюс из-за вот этого вертикального строительства нарушается роза, ну, ветров тоже. Плохой воздух напрямую влияет на здоровье. За последние годы в крупнейшем городе страны наблюдается увеличение людей, страдающих аллергией. В среднем ежедневно к специалистам Республиканского аллергологического центра обращается около 200 человек. Действительно идет рост заболеваемости аллергией. Есть и научные данные, исследования, да, также показывают, что загрязненность воздуха увеличивает риски появления аллергии. У нас есть даже пациенты, которым за 60, и у них впервые появилась аллергическая реакция, да. Это наблюдается, это довольно часто в последнее время наблюдается. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводится в 70 населенных пунктах Казахстана. Замеры осуществляются на 170 постах. 130 из них автоматические, а остальные ручные. Наиболее высокий уровень загрязнения зафиксирован в 10 городах страны. В их числе такие крупные, как Алматы, Астана и Караганда. Ануар Амангельдинов, Влад Шишко, Информбюро.